человека. Давай, меняться, меняться. Ой. Давай, давай. Приветствую вас на концерт. Очень рада вас видеть. Взаимно. Как вы готовились к этому прекрасному мероприятию? Но у нас общее приготовление происходило, потому что скоро будет и золотой граммофон, и сейчас такое время, ноября, когда много премий происходит. Мы целый месяц выбираем платье, вот, приготовим номер, как мы будем выступать, где кто будет стоять, что мы придумаем сама себе, что мы будем говорить, как говорить. Конечно, волнуемся, так что это очень большое приготовление. В этом году тоже, уже второй раз, потому что, конечно, это для нас очень важно, внешний вид, вот, и выступление на сцене. Расскажите, как вы справляетесь с волнением? Это же, наверное, просто фееричное чувство. Сейчас мы тоже волнуемся, так что не знаю. А вы знаете, мы всегда волнуемся очень сильно, но когда мы выходим на сцену и видим улыбки и глаза зрителей и всех людей, сразу же появляется очень много сил, энергии, и тогда мы действительно живем, вот, живем полноценной, настоящей жизнью, счастливой. Скажите, что произошло в этом году самого-самого знаменательного для вас, прошедшего, так сказать, почти что? Это весь год для нас знаменательный. Каждый день это достаточно яркий, очень насыщенный. Конечно, наши песни, которые выходят. Это была прекрасная наша новая песня. Так сильно. Мы очень ждали, и все многие ждали наши новые премьеры. Вот. Мы надеемся, что эта песня всем придет по духу, ляжет на сердце, и многим понравится. Мы ждем успеха нашего нового хита. И, конечно, у нас было день рождения. Мы уже 2 года в группе. Кстати, действительно, да. Вот, 2 года, знаете, это такая дата очень серьезная для нас, потому что как только я вспоминаю, допустим, начало этого всего, у меня такая сумасшедшая ностальгия, и я понимаю, боже мой, неужели уже 2 года прошло? Девчонки согласятся, что время летит безумно быстро, но эти 2 года это мечта. Скажите, а кто подбирает вам образы? Вы сами или все-таки какие-то стилисты, вы их нанимаете? Вот как это все происходит у вас? По-разному, знаете, бывает. Сегодня мы подобрали все сами. Да. Сами. Да. Спасибо большое. Бывает, мы работаем с стилистами. Конечно же, все то, что вы видите, все на нас мы оговариваем с Константином Меладзе. Он наш главный судья, вот, главный стилист. Вот, он всегда, мы всегда отправляем определенные референсы, вот, и он это утверждает, нравится ему или нет. А когда я подработала с какими-нибудь марками косметики, были бы лицом бренда? Пока что нет, но нет, хотелось. Мечтаем, мы очень хотим, да. Для каждой девочки, мне кажется, это очень хорошо. Думаю, следующий год это будет определенно наш год, и мы сделаем очень, очень много всего интересного, в том числе и для людей, и для себя, поэтому будет все здорово. Следите. Следите, хорошие бренды нас, потому что мы хотим в рекламу. Дайте совет, как женить на себе заядлого холостяка? Не знаю, без понятия. Дело мы в том, что все не мы все не замужем, мы еще не знаем, как там это, да? Правда? Поэтому самое главное, я думаю, что быть самим собой, это самое главное. Вот когда человек не одевает никакую маску на себя, когда он прекрасен душой, это самое лучшее, что может быть. Как вы думаете, почему бросают даже успешных женщин? Вот, что мужчинам не хватает? Значит, слабые мужчины, потому что слабые успешная мужчины. Женщина, она очень сильна, и, возможно, в ней присутствуют некие мужские качества, которые, мужчина должен определенно сам доминировать, он хозяин, да, ну, в принципе, в семье он доминант, поэтому, когда женщина сильнее его, мне кажется, мужчина ему некомфортно, и он должен уйти. Скажите, как вы относитесь к соперникам вот таких вот конкурсов? К соперникам? Да. Хорошо, отлично, потому что мы их всех любим, потому что это те артисты, в которых, например, вот Нюша, да, мы сегодня были вместе номинированы на
господи, в одной номинации лучшее видео. Да, и мы понимали, что если не мы, тогда Нюша, потому что нам очень нравится ее клип, очень нравится ее творчество. Вот, поэтому мы очень хорошо относимся ко всем, и тем более мы любим всех артистов. И в принципе я могу сказать, что это, наверное, наша такая общая награда, потому что мы не только хорошо общаемся с Нюшей, а еще клип снимал ей Сергей Солодкий, который снимал нам практически все клипы. Вот так вот. Желайте что-нибудь своим фанатам, пожалуйста. Мы больше не можем, к сожалению, общаться. Спасибо большое.